Так, доброе утречко всем на канале Семья Савершенко Влог. Максик приветствует вас в роли привидения. Максик, играешь? Давай показывай что-нибудь интересное, давай. Максик играет с маминым Парео. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, кто там? Вот кто там прячется. Ну-ка, давай еще раз. Кто там? Вот он прячется там кто-то. Ку-ку. Сейчас вернешься мы. Пошли кашу есть, пошли кашу есть. На завтрак у нас сегодня овсянка, сэр. Овсянка. Овсянка с изюмом, с кунжутом и с молочком. Всем привет, в общем, в Дахабе есть правило. Такая штука классная. Надо будет отдельное видео снять по этой теме. Находится оно, здесь вот есть такой отель, ресторан, кафе, Эль Прима. Вот так вот. И вот так вот незаметно она здесь скрыта. Это сейчас тут навесили. А так, когда все убирается, даже непонятно, что это она здесь есть. Такая вот конструкция. Для того, чтобы растягивать тело человеческое. Посетил эту тренировку и посмотрел, как это делается. Сам пока еще не буду пробовать в следующий раз, но тема прикольная. Приготовление пищи. Значит, режет папа, значит, лук в Дахабе, но делает он это не просто так. Дахаб это просто море находится. Здесь очень красивая подводная. Покажи. Очень красивый подводный мир, поэтому приходится все время. Не могла резать лук. Я не могу резать лук, у меня пальчик порезан, щипит очень сильно, глубокий порез. А Паша решил вот так вот сделать. Это логику включил. Глаза не щипало. Макс катается на машинке. Давай, Макс, разворачивайся. Давай. Куда? Куда? Чего? Все, давай, надо оставить, в гараж поставить машинку. Давай, разворачивайся. Давай. Наших подписчиков много спрашивают, что такое брауни. Мы очень любим брауни, вот так вот выглядит брауни. Нет, но он может выглядеть по-другому. Но вот видите, да? То есть мы просто вот так его делаем. Мы его тонко делаем. Вот. Да, шоколадный пирог, да, вкусно, а потом с мороженым, вот так вот получается. Нам очень нравится, да, такое, Тим? Да? И Макс тоже скажи, нравится, что да? В России это можно попробовать в кафешке Фрайдес. Да. Если вы живете в крупном городе и у вас есть Фрайдес, можете прийти туда и попробовать брауни, вкусный, настоящий. Да. Вот, просто здесь он продается прямо в упаковке, все готово, то есть просто заливаешь водой, добавляешь яйцо и все, не выливаешь. Они, конечно, разные есть. Ну вот это вкусно, и все, 25 фунтов стоит. Смотрите, как это выглядит. Вкусно? Да. Проходят наши занятия русского языка. А мне русский не дали. Молодец. Настоящего русского языка. Давай. Пап, я есть хочу. Что здесь вижу-то? Я есть хочу. Урок первый пишется. Да зачем? Пишу урок первый. Мама, вы здесь уроков писать. Урок первый. Чтобы нам подтвердил там нашу визу. И мы вышли с другой стороны Дахаба. Там находится район Машрапа. Вон там вот море, получается, осталось. Есть такие дельфины на въезде. Вот сейчас это въезд в Дахаб с другой стороны. Мы живем на выходе Дахаба. Вот там такое красивое место называется Лагуна Бич. Парская скрипка. Район очень странный, потому что здесь раньше были отели. Сейчас они заброшенные, магазины, знаете, заброшенные. То есть такое ощущение, что Дахаб, он туда, в ту часть переехал, а это сейчас просто там не может. Кстати, здесь есть богатый район. Вот. Богатые европейцы, русские. И вижу надпись Women and Children's Club. Ну, на арабском тоже написано. Здесь Дахаб Medical Care
госпиталь. Видите, все новое такое современное. Здесь вот банки. Ну, это такая вот часть. Там, получается, далеки эти дома, которые сводятся к той улице, на которой мы жили в самом начале. То есть он Даха, получается, сужается, потом расширяется к морю. Как-то все так. Он небольшой, в общем, здесь Даха. И вон там лагуна, там глубина. Красивенько. Вот мы дошли до еще одной части Дахава. Здесь вот, значит, море. Вот там очень зеленая такая часть, лагуна. Там друзья есть, там совершенно друзья. Апартаменты из туристы. Все нормально, по дорогам мы ходим через стройку. И вот мы идем по пустыне. По пустыне с коляской в сильный ветер. Хотели пусть, ничего не хочется далеко в комнате. Идем домой с security police. И вот решили немножко искупаться на лайфхаусе. Макароны с рисом и с пастой. Одну. Garlic sauce, vinegar, lemons, and then coming with fried onion. No, the rice pudding is finished. Fried onion. Are delicious and very fresh, and you will run behind me every day. Okay, thank you. Давай, пробуй. Что это такое за блюдо? Смесь всего. Ну как? Огонь? Макароны с... Вкусно? Ну вот, смотри. Можно попробовать? Макс хочет. Садись на коляску, мы тебе дадим попробовать. Хочешь? Садись. Нет, вы на нашем канале. Не происходит у нас ума, у нас гости. Вы не на нашем канале, вы на моем канале. Пойдемте, я вам покажу, что мы будем делать. Ну пошли. Разговаривайте, разговаривайте. Разговаривай, разговаривай. Was man from Canada, and we speak English. Now you. Because we live here and speak with Russian people. Many Russian people live here. Yeah, really. Many Russian. China. What about price in China? If we wanna go in China, what about price for food? Price for rent? I think it's different from the province. Different province, different price, and. В общем, вот две девушки, с одна из Малайзии, Биби, и Найс из Китая, к нам вписались по каучсерфингу, они путешествуют. Скоро будет интервью, мы запишем с ними интервью. In Guangdong have a Guangdong, mm-hmm. Guangzhou, Shanghai, Beijing is a big city. There have a lot of work. Марина спрашивает, сколько стоит жизнь в Китае. Yeah. Он говорит, везде очень разное. You speak in China? Yeah. Oh, I know. How many languages? I'm the Chinese in Malaysia. You Chinese? In Malaysia. My grandfather, oh, great-grandfather, my grandfather. Your nationality is Chinese? Она родилась в Малайзии, а дедушка из Китая. Yeah. Rent house, uni
need rent a long time. Yeah. So it's cheaper. Maybe 1,000 RMB. 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 The yuan, Chinese yuan. What about those? What's $30? Если на долгое время. 6.99 or 6.7. Шесть раз меньше. Шесть раз меньше. На шесть раздели. Десять раздели на шесть. Я не знаю. Пожалуйста. Ну где-то $150. О, it's not too much. No. If you can find it, it's good. But a lot of time you cannot find it. And then if you rent this price, you need rent the half year, 1 year. And you need to pay deposit and something, yeah? Yeah, you need. And what about flat? It's one room flat or like this out, no? It's very small, not like this one. If like this one, I think maybe... Барабан? И теперь никто не может его поделить между собой. Все хотят на нем играть. Даже Максик тренируется. Давай, Максик. Ку-ку. Давай, играй. Играй давай. Покажи, как ты играешь. Покажи. Покажи, как играешь. Ну, покажи. Давай еще. Тренируйся. Давай еще, еще. Бом-бом, давай, бом-бом. Бом. Может, вот так ему может и вернуть. Значит, давай вот так перевернем, вот так, и ты стучи по нему, давай. Давай. Бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет? Бум-бум?